Во взрослую жизнь выпускники православной гимназии преподобного Ильи Муромца входят вместе с молитвой. В храме нового здания гимназии перед вручением аттестатов состоялся молебен. Это первые выпускники 9 класса в истории Муромской гимназии. 13 выпускников сегодня напутствовали учителя и духовенство Мурома. К гимназистам обратился епископ Муромский и Везняковский Нил. Дай Бог вам всем радости, милости Божьей и покровы Царицы Небес. Праздник всех вас. Многие из выпускников вместе с аттестатами получили благодарственные грамоты за особые успехи в отдельных предметах. Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Витковская отметила, результат недавно прошедшей итоговой аттестации. Гимназисты набрали высокие баллы за экзамен. Качество знаний составило 100%. По математике 85%. По обществознанию 50%. Ни одного непредварительного результата в нашей гимназии в этом году не было. Это, конечно же, большая заслуга наших педагогов. Благодарности сегодня получили и родители гимназистов. Часть из них являются священнослужителями. Первый выпуск учеников – это эксперимент, который, несомненно, удался. Это подтверждает и качество знаний, полученных гимназистами, и хорошие дружные отношения между учениками. Очень дружный класс. Здесь все друг друга любят. Мне кажется, это нас отличает от остальных. Очень хорошо ладим и вообще отношения. Выпускники 9 класса выразили желание продолжить свое обучение уже в стенах нового здания православной гимназии. Сегодня в своем новом кабинете все выпускники написали заявление о приеме в 10 класс. Ольга Келешина, Александр Симонов, Новости 24, Муром.